Короче, слухи. Споры между Игорем Петренко и Екатериной Климовой относительно алиментов на их сыновей Матвея и Корнея продолжаются. И в данный момент судебные приставы вступили в игру, угрожая значительно усложнить жизнь актеру. У него накопился миллионный долг перед бывшей женой. Известно, что прошлой зимой Петренко выплатил бывшей жене значительную сумму, и, казалось бы, ситуация урегулирована. Тем не менее, этим летом задолженность актера перед ней превысила 5 миллионов рублей. В настоящее время он должен Климовой сумму в 3 миллиона 773 тысячи рублей. Но актер не торопится выплачивать долг. Это привело к тому, что снова был подан иск в суд. Как известно, Климова и Петренко прожили в браке 10 лет и воспитывали двух сыновей. После развода актер некоторое время переводил деньги на их содержание, но затем прекратил это делать. Возможно, стал экономить, когда у него в новом браке появились 3 дочери. Однако Климова не стала входить в положение бывшего мужа, ведь ей приходится одной растить 4 детей. Любите свою жизнь и подписывайтесь.